Дорогие сибиряки, жители города Красноярска, я долго думал, что вам сказать. Сегодня ночью я зашел в интернет, открыл и посмотрел ролик, где там поисковики нашли танк Т-34. Там были найдены останки погибшего командира танка. В правой руке он держал револьвер, в другой руке он держал письмо любимому человеку. Там рассказывалось, как они сражались, как они воевали за победу в Великой Отечественной войне. Он прощался этим письмом с любимым человеком. Я призываю всех вас, дорогие сибиряки, жители города Красноярска, бороться за честь и достоинство, потому что наши ветераны войны не должны просто так кинуть, грянуть, то есть никуда, в былое. Мы должны отстоять честь и достоинство наших погибших ветеранов. Я встал в одиночный пикет за свободу, права и человека, патриота России, который говорит правду, Он говорит, что все 4 электростанции и алюминиевый завод отдали, извините, американцам, США. Он говорит правду, и за эту правду патриота посадили в тюрьму. Давайте мы все, как один солдат, плечом к плечом выйдем на митинг, на одиночный пикет и докажем мы, дорогие сибиряки, что мы достойны своих отцов и дедов.